делают автобизнес в городе Магнитогорске. Мне чем-то напоминает Мадагаскар. Место, где живут обезьяны. Вот только люди начали заниматься автомобилями. Вроде дело пошло, и хлоп, появляется очередной дилер. Это все то же самое, что и автостоп. Все круто, да. Но вот появляются клонированные автопередачи. Да ну и Господь с ними. Но эти клонированные передачи не отличаются тем качеством, которое было и есть у автостопа. И с автостопом работают только проверенные фирмы. И сегодня очередной автомобиль от наиболее проверенной фирмы, от Урал-Авто. Что на советской 32/1. Чем мне так вот нравятся автомобили Kia и почему я так неравнодушен к корейцам? Дело в том, что я на примере уже 5 лет смотрю, что такое из себя представляет Корея. Корея сейчас, ну скажем так, уж очень наступает на пятки или даже в некоторых случаях вытирает ноги об представителей европейского автопрома. И Корея, а именно то, что привозит Урал-Авто, это в основном ориентированные на Америку автомобили, высококачественные. По ценовой категории они вполне доступны, и в некоторых своих комплектациях они переплевывают и японцев, кстати. Почему? А потому что вот она, великая корейская мудрость. Надо посмотреть, подумать, а потом сделать. Сделать автомобиль Kia Carens. Автомобиль, который я облазил с ног до головы. Вот опять же, специфика автостопа. Автомобиль, который подходит в разряд минивенов, ну чуть-чуть меньше, чем минивен, но тем не менее. Полностью трансформируемый салон с тремя рядами сидений. И я мальчик, ну скажем так, 1.75 м. Так вот, для девочек и для мальчиков 1.60 м. На третьем ряду сидений вместе с подстаканниками вам места будет достаточно. И влезть туда тоже можно спокойно. А так, трансформация салона и настолько хорошо продуманная, что даже подголовники крепятся в спинке задних сидений. Машины комплектуются абсолютно по-разному, но во всех машинах, даже если это механка, даже если, ну, скажем так, база, это климат-контроль, кондиционер, это по умолчанию. Что машина может на 2-литровом двигателе с мощностью 145 лошадиных сил? Да она может ездить и при этом не кушая бензин. А это очень актуально для такой недешевой по бензину страны, как Россия. В принципе, конечно, бензин стоит столько же и в Америке, но в Америке несколько другой уровень заработной платы. Итак, для кого предназначены корейские автомобили? Ну, разумеется, это тот человек, кто поездил на отечественной машине, пересел на праворукового японца и понял, что леворукий он не сможет себе купить никогда. А по фаршу сейчас кореец – это то же самое. Два эйрбэга, ЕСП, пожалуйста, отключаемые. Коробка автомат. Ну не хотите коробку автомат, есть и механка. 3 года гарантии или 100 тысяч километров пробега. Сервис, все это здесь и сейчас, в Магнитогорске, советская 32/1. Огромный ассортимент автомобилей, включая от малолитражек до серьезных рамных джипов, где был я раньше, называется. Так вот, приезжайте, выбирайте. Выбор корейского автопрома – это для тех, кто ценит качество за недорогие деньги.